забегает на линию, в принципе, уже готов танковать. Всех, кого можно, тут Плай забежал, поймали Ньюбика, у них все огромные травмы. Ньюбик умирает здесь, ну и мы видим Новый Год там в центре, она тоже умирает. Прыжок на Санлайта, Санлайт поймали, но Фир умер, Санлайт пытается здесь выжить, тоже умирает. Поймали Андроида, Андроид тоже умирает, это минус 5. Сайлент делает трипл килл. И на развороте ванскор по троим, Black Hole, и по четверым, точнее. Куроки прислал, где же были все остальные, какой Black Hole от Фани, в итоге минус один, минус два, Паник едва живой, пытается улететь отсюда, уже минус три, Паника поймали в лосо, Паник здесь тоже умрет, минус четыре, минус пять, Empire. И что здесь? Здесь ничего не происходит, здесь Пака пытается убить, ультимейт Черри абсолютно в никуда. Флай, правда, умер, конечно, ванскор все-таки отсюда уходит, бигнул. Бигнул, застали стенка, от мага стянуть нечем. Вот сейчас стягивает, хорошо стянул. И Сайлент в толпе, Сайлент в толпе продолжает грызть Санда Фэна. Сайлент, какой дэмэдж от Сайлента. И прыгает из-за них перед Бигнулом. Бигнул, конечно, закарапассировал всех, но это минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. У нас опять кто-то $100 000 снял с призового фонда. Найти бы эту крысу. Ну что, падает вышка, что он впереди? Врывается, должны поднимать. Или кинезом подняли, кинезом, шторм, тучу байбэк. РП, по-моему, было никуда. Флай живет, Флай не успел сажать сыр. Разобрали здесь Магнуса, Бэтрайдер летает, цепляет кого? Симсинка, Симсинг тоже в таверну. Ну и опять Шторм Спирит за второй раз убивает, 100 секунд его не будет. И good game well played, пишет Симсинг. Минус тот герой, который действительно сейчас что-то нереальное вычудить. У нас там Никс, отлично копает, тут набросился морд на Мигеля, рассказывает, его убивает, Фат прыгает, минус Линка, сразу же Хекс залетает, у нас тут Бейсмастер ловит Сайлента, Сайлент перекачивается, у Сайлента слишком много дамаги, мне кажется, входит или же нет, Резолюшн прыгает, и какой еще импейл от мага! Остается один Войд с БКБ, но его убивают всей этой движухой. И у него, кажется, нету таймволка, или даже был таймволк, но его просто снесли. Good game, well played. Практически разрушено. Байбек вот пошел от шторма, глиф, маг влетает, эйс, минус. Шторм прыгает дальше на Юникорна, Юникорн не успел включить перекачку в силу, и вот сейчас он успевает ее включить, но Abyssal Blade решает вопрос. Сейчас опасно, конечно. Ну и вот АХГ подъем от Empire. Дефать тоже почти нечем, Тро Рейнджер есть, БКБ с мамом, давай, Тро Рейнджер, смотрим на тебя, всем стримом. Сейчас, вот она стоит, героиня. Да, начинает забегать Петра, точнее, врывается маг, ой-ой-ой, там огромное дело, тут не дошло, тут же полкоманды погибло, и принимается за Джуло. Вот он мам. Да, Резолюшн подстриг только что Траксу. Нежели чем во время драки, потому что во время драки сладко все равно будет избивать. А там слишком много дизайнов, просто слишком много. И у нас сейчас будет стычка, смоук на смоук, маг находит, и сразу же вылазит на слайд киллер, минус дред, минус шачло, наверное. Да, съедает тут шачло, сайлент, тут, конечно, дэмэдж просто terrible, terrible damage. Вы только посмотрите, еще и цепляют здесь Крейзи, хватает Виндикса. Дред! Отличный импейл, и карапаси тоже вроде качественные, но... Минус дред. Трипл килл Сайлент. Дабл килл Резолюшн. Маг находит. Так. Нормально, тут Маг, кстати, разбивает лицо, но Маг еще даже успел выжить, мне кажется. Дай, посмотри. Это с батарейками. Да ладно, Маг выживает. 150 хп остается у Мага. Лол. Дабл погиб там, кстати, таким образом. Сейчас, погоди, а где этот крысюк-то? А, он уже вылез. Сюзайдер будет впрыгивать, смотри. Опа! И какой Никса! Ушот! Похоже, Маг! Ну что ты будешь делать с этим? Эдварды, но Alliance ничего не увидит абсолютно. И тут встреча с Маком будет, лол! Резолюшн должен поджимать БКБ. Обкрапайся, ну Рома! Да ладно, Резолюшн улетает в результате. Поймали здесь Дума. Дум на Дума повесил Рубик. Утаскивают этого же Дума куда-то далеко. Это минус 5, исполнение Империи. Да, и очень быстро здесь в результате все развалились. Это Team Vibe. Там нет телепорта угода. И вот он, пошел Слардар, находит людей, залетает. И проблема у Слардара есть. Его выкинули, его выкинули, я уверен, что там успеешь. Окей. Бэтрайдер на Пака, Пака расстреливают. Ванскор ждет до конца, чтобы дать Грейс, там завалили тем временем. Грейскин, да, мы завалили здесь года, проблема у Флая, но Флай с жопом дерется, с жопом шоу погибает. Ну и тут
принципе, без шансов. Один НС остался, который пытался добить Ванскора. Ванскора не добил, он просто засейвил. И Смайл тоже играет. Трипл килл и резолюшн. Full five-man team wide. Идут БРы, кажется. Да-да-да, решили они все-таки пойти попытаться задепать этого самого Раша. Синкот летит сейчас со щитом на себя, полетел сейчас Крам. На две части разделились, полетел Свор, фиксанули Муна, тут же резолюшн для Муна убили. Ой, какая сетка под воды разваливают Эмпайр! И вот та самая комбинация, которая в этот раз сработала. Да. Это очень важный аспект. Сейчас действительно может давать карапаси тогда, когда он хочет, при этом четко осознавая, что после этого произойдет. Так, какой сайленс? По троим, по четверым даже сайленс сейчас был дан, но вот никого не удалось. Да, и вот только что очень серьезно с промахнулся Бэйлор. Карапаси были неточные и разбирают. Просто разваливают. Коча, Габак куда-то забежал вместе со своим людей. И проблема у Солыча. Солыч пытается уйти, но его убивает. Это Тимайв. Вот она, Империя.